Hey, what's up everybody, Glenn from Xbox Gaming, and welcome to the Chernobylite Xbox Series X and S video. Chernobylite already came to consoles October last year, but at that moment there was no Series X or S version of the game, so we had to make do with the Xbox One graphics. But recently there has been a change, because the game received an Xbox Series X and S update, which means it's now optimized. And that's exactly what you see in this video. For those who don't know Chernobyl, it's the largest nuclear disaster in the world that has ever occurred. And it happened back in 1986, and even after all these years, there is still some considerable radiation. And Chernobylite takes a unique twist on this event, but without leaving anything out of what actually happened. And Chernobylite is a first-person shooter game with RPG and horror elements, which you can also see in Fallout and Stalker. It has a profound story where every choice affects the development of the world, and in addition there are also base build elements, you have to find resources, and the world is very big. However, you can't call it an open world, because you have a fixed route you have to follow. And in the story itself of Chernobylite, you play as Igor Kiminuk, a former employee of the Chernobyl nuclear power plant. And after 30 years, you return to the disaster area for the first time. And you're in search of the truth about how your fiancée Tatiana once went missing. And this is of course not the only mystery to be discovered. But to unravel all the secrets, you needed some help. So therefore, it's possible to put together a team to play the ultimate heist. But I'm not going to bore you any further with all this information. Just enjoy the rest of the footage, like the video, and subscribe to our channel. Thanks for watching, and we'll see you in the next one.
Безделья. Несчастный Владимир не знает веселья. Что тут? Глаза разуй, на нас напало сраное. И ты меня... Извини. Глаза на нас напало... Держи. Спасибо. Thank you.
Ну-ка, стоять! Слушай, ну... Нарвц, и этот меня... Так у тебя есть... Ты меня совсем не... Ты вроде говорил, что... Что у тебя есть? Что ты там говорил про... Один паёк! Договорились. Держи, это тебе! Мне пора идти. Братва Фурема! Знаешь, Игорь, это не самое убогое и жалкое место из тех, где... Как насчет радио или расти... Ты прав. Тут явно чего-то не хватает. Отлично. Thank you.
Молодец, Игорь. Слушай. Ну я с радостью. Давай в другой раз. Как скажешь. Слушай. Ну я с радостью. Отлично. Иди за мной. Чтобы устранить врага, нужно мужество. Первого у тебя, как я вижу, хватает. Сегодня мы будем учиться оглушать противника. Тут главное не только бы знать, сколько силы нужно применить. Подкрепим теорию практикой. Подкрадись ко мне и примени удушающий захват. Начнем. Ладно, Игорь, достаточно. Отличный результат. Молодцом, солдат. Что случилось, Игорь? Слушай. Ну я сразу... Отлично. Иди за мной. Так, соберись и стреляй только по моей. У тебя 5. Стой ровно, но колени расслабь. Готов? Стой прямо. Ноги на ширине плеч. Слегка согни колени для устойчивости. Смотри на цель через мушку. Разве от бедра стрелять не быстрее? Ну, если ты последние 20 лет служил шерифом на Диком Западе, то да. Но даже и так, насчет стрельбы. Идеально. Надо же, профессор. Мы из тебя еще вырастим, партизана. Что случилось? Поменяемся, Оливер? Конечно. Привет, Игорь. Рад, что ты быстро освоил новые приемы. Главное, не останавливаться на достигнутом. Мать вашу! Эй! Это кто? В смысле кто? Ты как вообще, в порядке? Арендодатель твой на связи, идиот! Кстати... Михаил, я тут немного занят. Рад, что тебе все нравится. Надеюсь, оставишь помещение в таком же безупречном состоянии. Ладно, к делу. Антон. А? Жаль. Не думаю. Чего? Мне надо, чтобы ты мне тоже помог и удалил базы, да. И пока ты не начал ныть, да, я в курсе, что ты не по этим делам. Я... Надо использовать любую возможность. На... Вот это по-нашему! Слышал твою беседу с Михаилом. Михаил немного... специфический. Да он настоящий социопат. Нет. Но это не значит, что я не... Он нужен нам только из-за этого склада. И честно, с другой стороны, вдруг ж... Не, слишком... Думаю, я все-таки... Очень не советую.
Я так... Спасибо за твои мудрые советы. Но давай пока что сверни. Поехали. Я помню этот пионерский лагерь. Кто бы мог подумать, что там же были советские бункеры. Оливер очень хочет с тобой подружиться. Но насколько искренне? Он все-таки наемник. На пользу ли тебе его верность? Thank you.
знает, где конкретно они лежат. Капитан сказал, что их нужно найти. Это очень важно. Это для департамента исследований. Эй, ты погляди. Какой-то приказ о переводе архива. Тут печать КГБ. Ему место в музее. Все документы, мемориалы.